Установка двери и расчет плитки. Создадим прямоугольное помещение. Добавим в буфер укладки нужную нам коллекцию плитки. Заходим в каталог, к примеру, неаполитанская коллекция Виньера, и выбираем плитки двойным щелчком левой клавиши мыши. Добавляем плитку в буфер укладки. Замостим пол и одну из стен. Сейчас у нас выделен пол. Выбираем плитку и, зажав клавишу Shift, положить ряд. То же самое делаем со стеной. Произведем расчет плитки, выбрав на панели инструментов команду «Расчет», далее команду «Рассчитать». Добавляем 10% набой. Указываем стоимость. И расчетная ведомость готова. Теперь вставим объект «Дверь». Для этого выделяем плоскость, заходим в каталог объектов, выбираем «Двери» и двойным щелчком левой клавиши мыши добавляем ее на плоскость. Чтобы передвинуть дверь, выделяем объект, нажимаем правой клавишей мыши и выбираем «Двигать». Горячая клавиша M. И ставим дверь в нужное нам место. После этого сделаем проем, выделяем дверь, заходим в объекты, далее проем по габариту. Мы можем задать имя нашему проему, далее «Ок». Передвинем нашу дверь, убедимся, что проем имеет нужные нам габариты. Зайдем в режим 3D и посмотрим, как здесь выглядит дверь. Возвращаемся в режим 2D. Теперь произведем расчет плитки с учетом вычета дверного проема. Заходим в расчет, рассчитать. Здесь у нас рассчитана плитка с учетом проема. Добавляем 10% набой, указываем стоимость. Расчетная ведомость готова. Таким образом, мы с вами рассчитали плитку и поставили дверь.